Тем временем Европарламент призвал к дальнейшим санкциям за нарушение прав человека в Крыму. В одобренной сегодня резолюции Россию призвали освободить незаконно удерживаемых граждан Украины. В документе указаны перечень фамилий узников Кремля, среди них Ахтем Чайгоз, Али Асанов, Роман Сущенко, Николай Семина. Кроме этого, в Европарламенте подчеркнули, что Россия должна прекратить выдавать крымчанам российские паспорта и призвали немедленно отменить решение о запрете Меджлиса.